В пятницу 21 ноября голубое топливо пришло в дома новостройки хутора Белый Краснострельского поселения. Строительные работы велись здесь с 2009 года. Общая протяженность газопровода высокого давления и распределительных сетей составляет 3400 метров. Прокладка газопровода проводилась в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы. Теперь газом обеспечено более 10 домов. Всего к газопроводу смогут подсоединиться 96 участков индивидуальных жилых строений. Газопровод проложен коллективами предприятий «Газсервис» и «Южгазстрой». Общий объем финансирования составляет почти 6,5 миллионов рублей. Из них 2 миллиона 378 тысяч рублей – средства федерального бюджета. 2 миллиона 121 тысяча рублей – краевого бюджета. Из бюджета поселения выделено 626 тысяч рублей. Строительство второй очереди газопровода – 1 миллион 350 тысяч рублей – внесли владельцы земельных участков. Поздравить жителей нового микрорайона хутора Белый с этим радостным событием приехали первый заместитель главы муниципального образования Темрюцкий район Александр Музыченко и глава краснострельского поселения Сергей Глущенко. Сегодня 96 участков получают возможность там, где построены дома, подключиться и, значит, отапливать свои дома, то есть получить совсем другие условия для проживания. Остальные могут, видя, что территория развивается, значит, также получать разрешение на строительство, строить дома и улучшать свои жилищные условия. Плюс к этому, значит, мы даем возможность дальнейшей газификации, то есть у нас всего на этой территории 248 участков ИЖС, то есть остальные люди, которые у нас расположены вот в южном направлении, также можем создавать кооператив или товарищество и вместе заниматься дальше газификацией, то есть возможность это есть. Пуск газа в хутор Белый состоялся в торжественной обстановке рядом с новым газораспределительным пунктом. Под аплодисменты местных жителей почетное право перерезать красную ленточку и зажечь символический газовый факел, пустив тепло в дома, предоставили главе поселения Сергею Глущенко.